17-летняя Луиза Гайлобиева готовится к свадьбе, проверяет приданое и рассматривает свое белоснежное платье. Уже мерила? Да, конечно. И как? Нормально. История тогда еще 17-летней Хэди Луизы Гайлобиевой, которая произошла 6 лет назад, взбудоражила практически всю общественность. Может, никто и не узнал бы об этом случае, но в одной из газет вышла статья, что начальник ножа юртовского РОВД решил жениться на молоденькой девочке. Нажут Гучигов зрелый мужчина, тогда ему было 46 лет, у которого уже есть жена и взрослый сын, полюбил Хеду и решил, что она должна стать его супругой. Все мы знаем, что в России запрещено многоженство. Русские возмущались, а вот у народов Кавказа это считается нормой. Про эту свадьбу ходили разные слухи. Люди думали, что Нажут принудительно пытается женить на себе Луизу. С первого взгляда, посмотрев на фото, можно подумать, что невеста действительно грустная и несчастная. Но ведь у кавказцев так принято, невеста должна быть скромной и молчаливой. Еще возмутило то, что в ЗАГСе, вместо родителей, невесту вел приближенный Рамзана Кадырова, да и свадьбу проводила не служащая ЗАГСа, а журналистка чеченской радиостанции Ася Белова. Эта свадьба наделала столько шума, что сам Кадыров встал на защиту Нажута Гучигова. Известно, что президент Чечни и Нажут давние друзья. Оказывается, весь этот скандал устроила Елена Милашина, журналистка, которую отправили снять репортаж по этому поводу. Со слов Милашиной, к ней обратились родственники девушки и просили помочь. Они заявили, что Гучигов принуждает Хэди стать его женой. Родные были против неравного брака, а сестра Луизы даже обращалась к самому Кадырову за помощью, но никакого ответа не получила. Сам же Кадыров сообщил, что Хэди и ее родные были согласны, и никто никого не принуждал. Спустя время все встало на свои места, и общественность узнала, как все происходило на самом деле. Нажут уже давно развелся со своей первой женой, а Хэди Луизу он знал почти год. Полковник МВД, участник антитеррористической операции, познакомился с 11-классницей Луизой, когда та сдавала выпускные экзамены в школе. Эту историю рассказывает ее тетя Алпату. Они общались прошлого года на экзаменах, они увидели друг друга, там познакомились. Сама Хэди рассказала, что любит будущего мужа и замуж выходит по согласию. Даже свадебное платье невеста выбирала сама. За клевету девушка подала на журналистку в суд. Из-за этого скандала бракосочетание пришлось перенести, но 10 мая 2015 года свадьба Хэди Луизы Гайлобиевой и Нажута Гучигова все-таки состоялась. На празднике было много гостей, даже сам Рамзан Кадыров присутствовал и танцевал лезгинку. Луиза вот уже 6 лет, как счастлива в браке. Она родила мужу 2 сыновей. Сейчас Нажут уже не занимает пост начальника РОВД. Мужчина занимается бизнесом и любит свою жену и детей.